Президент Медведев назначил нового начальника ГАИ России. Имя его широкой публике вряд ли что-то скажет, так на первый взгляд, во всяком случае. Но мой коллега Антон Жунов кое-что об этом человеке, о новом начальнике ГАИ, выяснил. Антон. Да, Маш, добрый день. Назначение Виктора Нилова на пост главы ГИБДД России, безусловно, в целом продолжение реформ, которые проводит президент в отношении МВД. Например, в минувшие выходные Медведев уволил с поста первого замминистра МВД Михаила Суходольского, а также замначальника Следственного комитета ведомства Евгения Школова. До этого в январе президент предложил сменить главу ГИБДД России. Правда, бывший руководитель этого ведомства Виктор Кирьянов пошел скорее на повышение, став тогда заместителем главы МВД Рашида Нургалиева и ответственным за безопасность на транспорте. И вот сегодня стало известно, кто займет место Кирьянова. Это, как я уже упомянул, генерал милиции Виктор Нилов. Раньше он был замом Кирьянова и отвечал за все разработки в области безопасности дорожного движения. Нилов – человек из Петербурга, как и его предшественники, и Федоров, и Кирьянов. Кирьянов, правда, из Ленинградской области. Но вся карьера Нилова, Федорова, Кирьянова все равно была связана с Ленинградом, где в разное время, в разных ленинградских управлениях, например, Нилов занимался организацией безопасности дорожного движения. В 2007-м его перевели в Москву, где он на Мясницкой занял должность замначальника ГИБДД России по кадрам, а потом стал его замом уже по безопасности. Вот самый, пожалуй, известный публичный гаишник страны Владимир Федоров, он возглавлял это ведомство еще до Кирьянова, обрадовался сегодня этой новости, сказав порталу «Газета.ру», что службу возглавит профессионал, человек Кирьянова. Однако независимые эксперты, например, лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин, считают, что Нилов человек системы, созданной и Федоровым, и Кирьяновым, а значит, никаких заметных изменений в этом ведомстве ждать не стоит. И я добавлю, что главной программой предшественника Нилова, Виктора Кирьянова, была разработка безопасности движения как раз. На эту программу было выделено из федерального бюджета 60 миллиардов рублей. Нилов ее тогда курировал. Но вот с 2008 года количество погибших в ДТП действительно сокращалось. Однако в последнее время все изменилось, и количество жертв автокатастроф снова стало расти. За первое полугодие этого года, например, погибли почти 7500 человек. А вот за аналогичный отрезок времени в прошлом году 7000 человек. Вот на 500 тысяч количество ДТП и погибших выросли. Спасибо, Антон. Мой коллега Антон Жилнов о новом начальнике ГАИ.